Лучший парный тренер в мире, 4 олимпийских чемпиона пары на ее счету. Тамара Николаевна Москвина находится рядом со мной. Тамара Николаевна, преклоняюсь просто перед вами. Как вот сейчас оцениваете выступление Юки Александра? Что чувствовали, когда наблюдали за ними? Ну, прежде всего, тренер никогда не доволен, так? Но, когда я услышала аплодисменты публики и реакции, я подумала, ой, наверное, публике нравится, так что мне надо будет пересмотреть свое мнение. Но я, честно говоря, довольна, потому что ребята выполнили все элементы, которые были у них в программе. Может, что-то с какими-то шероховатостями, но это, как бы сказать, программа, может быть, минимум сделать все, а потом дальше надо сделать все классно. Все чисто, все блестяще. Я видела, вы наблюдали за следующей парой тоже очень внимательно. Что, какие выводы сделали? Я наблюдаю за всеми парами в мире. Нужно видеть, как катаются другие, что делают нового другие тренеры. Я вообще всегда смотрю всех и спортсменов из разных стран, потому что это основная профессия, и, может быть, что-то удастся позаимствовать у других. Поэтому я сейчас вам дам короткое интервью, чтобы побежать посмотреть другие пары. Спасибо большое, Тамара Николаевна. Успехов вам и вашей паре. Спасибо.